Jane, can you hear me? Jade, where are you? Jade? Я раз я видел такие галюны, когда я в Far Cry 3 играл. Так, мне это, блядь. А, так вот, тут, смотри, exit написано, это значит. Я, да-да. Jade, where are you? Jade? What the? Нет, так, а где экзит? Так, экзита больше нет. Мне кажется, она вправо ушла. Меня закрыто. Not everybody would have offered that vial the way you did. Ох ты ж. Точно Far Cry 3. It's too late for me. Вау, да. Мы в матрице. Там мальчик прыгает, скачет что-то. Да, да. Самолетик стал лететь. Где там? А. Нельзя облутать. Домик, девочка, собачка. Ты где? Ты тоже упал? Да. It was time for Amir. It was time for him to go. Это точно не антизин. Да понять не могу, у меня галюны или тут прям. Голова заболят. Все смертно кривят. Просто бессмысленно. Лучше... Мне вот пила сейчас напомнила то, как этот Half-Life те втором с помощью гравипушки убивали. Типа в деревне. Учитесь хорошо, мои детки. Кто поет? Я поет. Я перепрыгну. Права. We get here, and eventually we die. And there's nothing we can do to change that. О, Джейд. Так, ну нам вперед. Брекен. Так, это я помню. Это как он узнал. The only thing we can do is make what happens in between count. Блин, звучит как вызов. Серый, посмотри назад и вверх. Вот. Да ничего не смущает. Матрица. Начало. А ты куда ушел? А нам не сюда разве? Ну, здесь он у тебя сюда, если что, где-то... Я сюда не поеду. Имело... А теперь его нет. Жизнь Рахима. Имело, значит, его тоже нет.
Всех хоронили, значит, я тоже жила не зря. Подожди, меня сюда же. Во, да. Здравствуйте. Меня смущает то, что я спокойно ориентируюсь в этом пространстве. Это Рахим, да? Да, да, Рахим. О, прикольно. Нет. Ну блин, это так выглядит прикольно. Давай ползи быстрее. I was born premature. The doctors didn't think I was going to live. But I fought. I struggled and I fought and I worked and worked and worked. А где ты? Я стал чемпионом. Я стал чемпионом. Я оставил след в этом мире. Дай мне спасти тебя. Дай мне спасти тебя. I'm so sorry. I didn't mean to. One of us has to live, Kyle. You just remember what you promised me. All of this, and still you had your choice made for you. Disappointing, Gray. You and you, get in there and kill them. Вы умрете через 3, 2, 1. А нам дадут? Нет. Тебе не год. Она еще нас пугает. А почему мы так не можем? Меня смущает ее кровь. Приятного аппетита. Kill or be killed, eat or be eaten. Да невкусный, невкусный я! Не видно красивый. Мы можем так со всеми монстрами. Чего можно со стены? Ой, зря ты спускаешься. А, и рот надо как бы тоже закрывать. О! Я мое оружие. Давай. Что? Не обратно загнали. Нет, понял. Привет. Ай, Буба. Where is Rise?
life for this thing. It's just lying on the floor. I guess Rice must have dropped it when he was trying not to get shot, huh? Shit, this is just the tissue samples. Where's the other package? Go to hell, Crane. Wow, Tahir. You know, you're looking pretty fucked up, huh? Yeah, those don't look like the kinds of wounds you recover from. So? Then kill me. No, no, I shouldn't. I should just leave you here to suffer. That's what you deserve. Yes? Then why don't you? Because you're not the kind of loose end you leave untied. Блин, мы тут головы сносим зомби, а тут мы решили посмотреть. Трой, Джей. Джейд's dead. Нам, кстати, оружие Тахира дали. Так я ему видел. Джейд saved my life, Troy. Again. She died, saving me. Still got to call off the ministry. That's why Jade sacrificed herself, so you could do this. Is Savvy there? Has he figured out how to get a message through? Yes, but to do it, you need to meet me. I have to give you an amplifier that Savvy says can help us break through the signal jamming. I'll wait for you in the safe zone, halfway to the antenna, where you'll need to mount the amp. Okay, Troy, on my way. Мне жалко свой меч на 1000 урона. И немного Джейд. А, во! Ой, вы не туда попали. Ребята. Вы, кстати, какие-то сильные стали, мне так не кажется. Нормально. Не, просто взял. Блин, ни хрена. Ой, блин. Да. Я просто собираю свои. Так. Все остальные вещи. Так. Наружу это хер одна сука. Подожди, так, чертежи. Да, можно только яд бегуна сделать из него. Да, он такой себе. Да все, идем. Время 9 часов. Джейд и я оба инфицированы, и Райс made us fight for Antizin. Доктор Камден, это Крейн, do you copy? Крейн? Yeah, yeah, I found her. Listen, I also found Dr. Zara's tissue samples, and I'll bring them to you, but first there's something else I need to do. Okay, Crane, but remember, we don't have a lot of time. I know, Doc, but I'm about to buy us time. I'll be in touch. Это единственное наше, да, задание уже осталось? Серый, слушай, а мы, возможно, вообще полностью закончили все побочные, если я правильно помню. Типа там была ачивка, типа все, больше дел нету. А у тебя? Да. Сейчас я прочитаю именно. А, вот и все. Пройдите все побочные миссии. Нам чисто по сюжету осталось пройтись. И по дополнениям. Такие сюжет 75% уже. А, да? Да, если ты нажал, то не делал. А, ну да. Может, сегодня это пройдет? Mm-mm.
А чё так? На поселимся, миссии 2-3 осталось. Там всё равно надо цели проходить. Ну так, мы пройдем полностью. Чтобы сразу завтра с DLC-шкой. А. А в какой-то день недели также с DLC-шкой начать. Что мы сейчас будем, сождёмся. Ну давай. Ладно, ладно, ладно. А, наверное, это зря сделал. Ну все, идем. Да, идем. Блин, нет! Тише. Кривоножка, блин. Ты выбрал прям самый безопасный путь. Так я упал вниз. Что сделаете? А грюк не перезарежу и любился еще. Нам на вот эту вышку. О, привет. О. Я искали. What do I have to do? You need to install it at the highest place possible. That way we'll have the best chance to break through. Okay, so let me guess. I need to head out to that giant antenna tower at the edge of town. The fastest way is through the sewers. Savvy will guide you over the radio. So contact him when you get to the other side. And Crane, when you install the amp, make sure to set the correct frequency on your radio. Pull this off, and the entire world will hear you. Let's hope so. See you, Troy. А у нас же еще эти все испытания есть, еще проходить не будут. А, это ж как DLC-шки идут, нет? Нет, именно вот испытания всякие вот. Вот смотри, давайте остановиться, вот видишь, смотри на карту, видишь, испытания, плакаты, вот эти все. Так, а они ж, смотри, они зависят, ну, для улучшал, ну, чтобы улучшить. Вот посмотри по значкам, типа, там улучшение плакаты, там показан значок оружия. Скорее всего, то же самое, типа, чтобы по-быстрому прокачаться. Мы, по-моему, одно проходили, испытание. Ну, одно мы проходили, которое бегает. Как, которое бегает? Сколько я помню, ачивок нету. Хотя на мою память лучше не рассчитывать. На твою помощь? На память. Здесь что можно потом пройти? После всех дней. Да! Спасибо за приманку, я зомби оказывается. Да,
А мы серые, когда... Ой.